Я думаю, что можно уже потихоньку начинать. Нас сегодня не очень много, но, возможно, это поспособствует чтению в более камерном режиме. Сегодня мы на пограничных чтениях будем разбирать пятую главу «Карен Барат» вместе с Аллой Митрофановой. Вот к нам еще подключаются люди. Так что я, наверное, не буду затягивать с приветственным словом. И передам слово Алле. Всем привет. Я читаем пятую главу. Я надеюсь, что у вас у всех есть текст. Вот этот опыт чтения по сети, ну, для меня совсем новый. И глава довольно большая, но я напомню, что книжка начиналась именно с этой главы, и тема, которая разбирается, находится в полемике между научным реализмом и социальным конструктивизмом. Социальный конструктивизм делает ставку на дискурсивность, социальные институты как обоснование знаний. А научный реализм делает ставку на образование объекта и достоверность его научного исследования. И Барат обвиняет эту полемику в том, что они исходят из оснований бинарности. Бинарность – это существование там, разума отдельно, а природы отдельно. И тогда нужно каким-то образом преодолеть вот эту бинарность. Преодолевает она, расширяя концепцию практик. То есть реальность – это не то, что дано, а то, что делается. Ну и, соответственно, у нас возникает понятие реальное. Реальное – это вообще-то старый метафизический термин, и обычно он имеет отношение к какому-то великому внешнему. А вот реальность, там, не знаю, дальнего космоса. Ну и великое внешнее, оно все время существует и в современной философии. И Барат хочет его вывернуть, то есть не великое внешнее, а великое внутреннее. Это то, что открывается через практики делания реальности. Ну и дальше возникает следующая проблема. У нас есть такой подход, когда мы смотрим на это великое сложное ближнее, но смотрим на него через набор практик, социального конструктивизма. И тогда ее задача становится сближение практик вот, социального конструктивизма и научного реализма, но не как оснований, к которым реферируют исследования реальности, а как взаимопроникновение этих практик. То есть тогда получается у нас, что природа имеет исторические формы воплощения, и социальность взаимосвязана с научными практиками. То есть это не отдельная дисциплина. И каждый научный концепт о том, какова есть природа, связан с социальными и политическими практиками. То есть у нас получается вот этот расширенный спектр практик, который она предлагает аналитически и технологически переосмыслить. Ну и давайте прямо так вот пойдем к главе. Глава называется «Становиться реальным. Технонаучные практики материализации». И начинается глава с эпиграфа Фуко из книги «Надзирать и наказывать». «Надзирать и наказывать» – это русский перевод. «Дисциплины и наказания» – это ближе к французскому переводу, но перевод сделан юристом-писателем, и перевод отличный, но теряется некоторая терминологическая последовательность.
Значит, что главное в этой цитате? Да, для того, чтобы открыть диалог, давайте друг на друга посмотрим. Включим камеры на некоторое время, потом можно будет отключиться. Но так легче будет взаимодействовать. Здравствуйте, Наташа. Ну, Здравствуйте. да, здравствуйте, Егор. Егор занимается пластичностью материального и трансформацией материального в зависимости от нейротехнических и дискурсивных, не знаю, нарушений, искажений. Я очень рад этому семинару, потому что я сейчас... Меня слышно же, да, я Да, надеюсь? да. Да. Потому что я сейчас увлекся очень потому что как бы пришел к ней через такое влечение новыми материалистами, которые выросли как раз из вот этих экспериментов, на которые вы ссылаетесь. И мне это как раз очень интересен новый материализм в контексте computer science, в контексте как бы науки о компьютации вообще в принципе, и как бы в контексте таких идей, что вот как бы если мы научились как бы процессами компьютации наделять материю информацией, то здесь как бы и создали всю эту инфраструктуру такую сложную, как бы, которая эту информацию позволяет очень хитро сочиненно ей манипулировать, то очень интересно как бы думать дальше об этом, вот, как бы используя инструментарий нового материализма как фреймворка для того, чтобы как бы анализировать, что происходит дальше. Как бы материя, которая думает, материя, которая взаимодействует сама с собой, и какие как бы интересные художественные перверсии в этом возникают, если отказываться от голоморфности, такой аристотелевской, где как бы произведение искусства закончено, когда его художник закончил уже, например, да? Как бы гораздо интереснее думать об этом как о таком постоянном процессе динамики материи и взаимодействия ее друг с другом, и постоянной вибрации как бы материи, и как бы незаконченности не всего, и вообще как бы акцидентальности и случайности всего. Вот, я Да, извиняюсь, что я... материя вибрирует не только друг с другом, сама с собой, но и с нами. Да? И Да. поэтому у нас есть возможность как бы агентного вмешательства. Значит, давайте тогда посмотрим, о чем, собственно, эпиграф. Если кто-то хочет поговорить, вы поднимаете руку или просто начинаете говорить, как мы обычно в семинарах можем даже перебивать друг друга. Значит, главная мысль. Тело непосредственно погружено в область политического. То есть для Фуко важно не далекое внешнее, да, а вот ближнее. И сразу ближним оказывается тело. Это связано с вообще метафизической прежней диспозицией, когда тело обычно принималось как самоданное или собственность. И вот, значит, проблематизация материальности начинается, как ни странно, с телесности. То есть нужно с телесности, с качества существования, с политизацией тела. Дальше какую диспозицию выстраивает Фуко? То есть он нас придвигает к телу, и вместо внешнего объекта мы начинаем, ну как бы внешний объект политизироваться может, фантастическим образом, да, прилетели инопланетяне, напали на нашу планету и так далее. Вот этот образ политизации, он, ну как бы не вполне адекватен, да? Значит, политизация начинается там, где вообще проблема начинается там, где мы приближаемся к вытесненному прежней метафизикой, а это телесность. И дальше, значит, получается, что власть
форматируют тела. Это очень важное такое добавление Фуко. Но тела, то есть власть работает через тела. Она их форматирует, и они в этом как бы отформатированном виде оказывают как бы обратное действие. Это обратное действие делает их видимыми. И более того, сам процесс форматирования телесности приводит тела к существованию. Как он говорит, сексуальные запреты – это не только запреты и ограничения, но это еще и способ развития сексуальности в определенную сторону. И, ну, значит, и здесь есть болезненные места. Это болезненные места, естественно, наказание, сексуальность. И Барат еще добавляет эмбрионов. Эмбрионы, младенцы и так далее. И вот тут очень интересный момент. Если сексуальность и наказание легко становятся политической темой, то эмбрионы и младенцы почему-то считаются темой женской. И это довольно странно, потому что мы все были эмбрионами, младенцами и так далее. Мы очень легко можем принять вот эту политизацию себя как индивидов в становлении. И, значит, понятно, что мы начинаем работать с какой-то частности, которая с ближнего. И это ближнее для нас вполне себе тревожно. И дальше мы пытаемся понять, с какой технической составляющей работает Барат. Но с Фуко все понятно, да? Это оптикоцентризм. Это 17 век. Он разрабатывает систему дисциплины и наказания на главной метафоре, технологической метафоре. Ну, это даже не метафора, а это, ну, такая логика эпистемологическая, техническая форма. Ну, понятно, что в 17 веке появились зеркала, появились лупы. Там, для Декарта это были зеркала, которые помогали ему, вот эта технология зеркала и отражения помогла ему построить его логическое начало. 17 век – это век логических начал. Есть даже такая замечательная книга, написанная в 70-е годы Библером и Линой Тумановой. Это философская группа, ну, квартирная школа, собственно, школа Библера. А потом они участвовали в создании РГГА, Российского университета. И вот они занимались рассмотрением спора логических начал. И что там тут важно? Да? Декарт работает с зеркалами. Для него мир представлен в качестве образов, в материальности которых он не вполне уверен. И отсюда картезианское сомнение, сплю я или не сплю. И при этом, кто видит образы, вижу я. И отсюда возникает вот эта вот иерархия. Во-первых, я вижу, а они еще непонятно, насколько материализованы, но у меня есть право их описывать. И есть право вводить математический язык. Да, вот эта природа, отраженная и малоагентная, легко описывается математическим языком. Там есть другое начало. Начало от Спинозы, который занимался литьем и точением стекол. Спиноза ни в коем случае не соглашался с этим логическим началом. Он говорил, что невозможно разделить мир на две субстанции: субстанцию мыслящую, субстанцию протяженную. Это одна субстанция. Соответственно, она разделяет себя способами существования. Ну и
Понятно. В принципе, понятно, что вот такая работа со стеклом, она вызывает и может вызвать еще и совсем другое логическое начало. Ну и там есть еще, чтобы закончить эту тему, у нас есть Декарт, Спиноза и Лейбниц. Лейбниц работал с микроскопами. И когда он смотрел в микроскоп, он обнаруживал большое количество таких живых образований, там клетки, маленькие существа. И это связано с его логикой, которую сейчас можно определить как кибернетическую логику, счета разных уровней существования. Связано с его монадологией, потому что каждое малое существование имеет, ну, как бы собственную агентность. И вот, значит, эти три начала характеризуют ту эпистемологическую схему, которая у нас оказалась нетройственной, но утвердилась в основном картезианская. Но это не значит, что в маргиналиях нет других начал. И, значит, Фуко работает с картезианской схемой, схемой оптической логики. А Барат предлагает, вы меня можете перебивать, УЗИ или пьезоэлектрический кристалл. Теперь вот давайте подумаем, если мы берем в качестве вот базовой такой логико-технической схемой пьезоэлектрический кристалл, который регистрирует колебания плотности материи, который дает нам очень много данных. Причем эти данные не показывают тела как поверхности. Они показывают тела как множество, ну, таких матриц материальности. То есть мы проваливаемся вот в бесконечные такие как бы системы, которые конструируют разные уровни материальности. При этом у нас пьезоэлектрический кристалл, ну и вообще УЗИ, это, ну, саунд-художники легко поймут. Да? Звук воспринимается совсем иначе, чем изображение. Да? Он как бы проходит сквозь тело с вибрациями. И, соответственно, у нас чего нет? У нас нет завершенных объектов. У нас все тела, нет твердых объектов. У нас тела проницаемы. И более того, они как бы видимы изнутри. Да? То есть тела становятся не такой густой самоданной природой, а сложными напластованиями моделей. Чего мы лишаемся? Мы лишаемся вот такого простого и не вполне членораздельного понятия объекта. С другой стороны, мы переосмысливаем здесь понятие наблюдателя. Наблюдатель, если раньше он наблюдал как бы вот эти поверхности, зеркальное отражение, то теперь представьте себе, кем становится наблюдатель. Да? Это уже не отражение, а проникновение. Причем множество регистров данных требуют определенной интерпретации. И тут оказывается, что когда мы стоим на потоке данных, мы не знаем, с чем мы имеем дело, нам нужен какой-то концепт. Нам нужно добавить опыт собственного восприятия. Ну, это как распознавание образов. Как работает распознавание образов? Это подбор. Такая итеративная деятельность. Подходит, не подходит. И тогда мы получаем новый объект,
который внутри себя прозрачен и который мы видим не простым образом, когда природа себя показывает, а в смешанности между природой и нашим способом восприятия. Ну вот давайте как-то вот этот довольно важный концептуальный момент смены технической метафоры. И вокруг этого работает медиатеория, ну, по крайней мере, последние лет 50. У нас есть разное письмо, но в медиатеории нашли, что Флобер пишет ручкой, соответственно, на пюпитре, и от этого это как-то влияет на его письмо. Да? Мы сейчас пишем, скорее всего, гипертексты на компьютере, и мы хорошо понимаем, насколько насыщенным становится современный текст, который должен быть прогружен ссылками и гиперссылками, и отсылками. То есть этот текст на самом деле не конечный продукт, а текст-навигатор, в котором мы предлагаем новый навигационный интерфейс по там, материалу, теоретическому материалу, например. Ну, вот таким образом мы с вами справились, если есть вопросы, с первой вводной частью главы. Знаете, наверное, я все-таки рискну задать вопрос по эпиграфу и по Фуко, потому что я вот здесь теряю. Возможно, это будет видно позже по тексту, почему Барат берет именно этот отрывок. Но Фуко, он же, когда говорит про тело, он имеет в виду, что политика... Сейчас, извините, я открою. Что тело погружено в область политического, но, насколько я понимаю, в итоге имеется в виду наша воля, ну, то есть как бы изменяется это посредством тела воля. Это то, что, как мне кажется, имеет в виду Фуко. Вот как это соотносится потом с точки зрения Барат? Или мы к этому перейдем потом? Мы к этому перейдем, но это очень хороший вопрос. Именно это Барат пытается сдвинуть. Но и в то же время Фуко не совсем работает с волей. Барат говорит, что он работает с телами, как с пластической массой. Он полагает, что тела сами агентности не имеют, но агентность власти и дискурса их формируют. И тогда агентность получается оборотным способом, то есть уже от форматированных тел. То есть это не материальная агентность, а агентность как бы волевого сопротивления. А Барат хочет ввести другую позицию. То есть ввести материальных агентов наравне с агентами там, культурными, то есть воли, мышление и так далее. Просто я хочу еще чуть-чуть углубиться в Фуко. Насколько я помню, он же в этой книге, по-моему, в этой, он показывает сначала систему 18 века и раньше, когда король обладал властью над телом, но при этом совершенно никак... Ну, то есть он мог там четвертовать как угодно человека, но он, как это сформулировать, не обладал такой сильной властью над условной волей, как я это сейчас обозначила, по сравнению, например, с 20 веком. Вот, насколько я помню, там было такое противопоставление, в чем биополитика заключалась по Фуко. Да, или я ошибаюсь? Вот мне интересно, куда делся вот этот момент соотношения тела и того, что есть еще, ну, сознание, допустим, да, как это можно назвать. Но я не очень поняла ваш вопрос. То есть Барат говорит, что Фуко исходит, сохраняет дуализм сознания и тела. Именно от этого дуализма нужно уйти, потому что иначе у нас тела будут пассивным пластическим материалом, который форматирует власть. Но при этом Фуко все время захватывает против своего базового концепта сексуальность
там, наказание. То есть он как бы дает возможность войти в тело при помощи таких способов описания, которые не являются волей. Но вот почему история сексуальности сыграла такую значительную роль? Потому что ему удалось осмыслить вытесненную и, ну, как бы самоданную вещь. То есть ему удалось втянуть тела через телесность, через сексуальность. А обычно сексуальность втягивалась через, ну, как бы ранги духовного, да? Это эмоциональное переживание, психическое, это социальные отношения, это там игра духа, в конце концов, да? И вот где здесь происходит бинарный разрыв? Почему психика считается, ну, она традиционно еще из античных времен считается областью психи, души, которая вводит жизнь в тело. Но сексуальность – это не совсем психе, да? Это форма телесных практик. И вот здесь оказывается та лазейка, которая позволяет вводить телесность. Но то же самое и в феминистской теории разделения гендера и пола. Там проблематизируется вот это вот взаимовхождение, да? Когда ни то, ни другое не оказываются автономными. То есть гендер формирует нашу социальное действие, идентичность, наши практики, но формирует не просто так, да, а опираясь на пол. Пол, соответственно, конструируется гендером, но конструирование гендера связано с практиками пола. И это очень сложная проблема, потому что вот часть феминисток придерживалась очень строго конструктивистской такой гуманитарной позиции. Они говорили, что пол это то, что это остаточное следствие гендера. Соответственно, мы не думаем о поле и о телесности. Мы думаем только о социальной репрезентации, социальном равенстве и так далее. Но тогда обесцененными оказываются материальные практики пола. И мы очень хорошо, ну вот как бы люди с советской историей очень хорошо понимают, что когда советская парадигма говорит о равенстве, она говорит о гендерном равенстве. Соответственно, гендерное равенство приобретает такую гендерную нейтральность. И тогда можно обнаружить, что ну, там экономические и культурные политики оставляют ресурсными и недофинансированными, культурно необеспеченными большое количество женских практик. Ну, как бы там, не знаю, деторождение, детские сады и так далее. И возникает эта проблема не только из традиции американского феминизма, но и из традиции советского феминизма. Ну, то есть проблема где? Каким образом материальность формируется, материальность становится в запутанности со своим значением? Это как бы сложная проблема, но она как минимум поставлена политически. И ставка здесь довольно большая. Если наши тела независимо от того, как мы сформировали свою субъективность, имеют политический смысл, то тогда качество существования, там, тела исключенных тоже имеют смысл. Экологические проблемы имеют смысл. Но тогда перед нами следующий вопрос. А как мы определяем агентность? Если традиционно мы
Мы живем в культуре, которая агентностью наделяет только субъекта, только того, кто смотрит в зеркало. Ну вот это следующая, значит, следующая глава – материализация тела. И здесь мы обращаемся к Джудит Батлер, к ее книге «Тела, которые значат», о дискурсивных границах пола. Ну, то есть 70-е годы работали над различением пола и гендера. Почему? Потому что предыдущей волной был такой эссенциализм. Да? Мы вот женщины, как бы феминизме второй волны была очень сильная такая метафизическая составляющая. Ну, типа, мы, женщины, не повинны в тех репрессивных властных практиках, поэтому мы сейчас придем и покажем вам из нашего опыта совсем другую политику. То есть они основывались на эссенциально женском, на женском как таковом, которое не сконструировано, которое дано, и вопрос, каким образом дано. Да? И дальше, анализируя вот эту установку, мы обнаруживаем, что дано-то, в общем-то, достаточно мистическим способом, который не может сам себя как бы доказать, показать, развернуть. Вот, значит, Батлер пишет книгу в полемике. С одной стороны, она хочет продолжить работу Фуко и феминисток и найти вход в материальность тел. С другой стороны, она работает, эта книга у нее написана в 90-е годы, работает она с традиции постструктурализма, с традиции постлингвистической или дискурсивной. Значит, дискурсы у нас к тому времени было понятно, что это не просто слова. Это отношения, скрытые в именованиях, в порядках речи, в нормативных формах языка. Язык создает, особенно культурный язык, такой канон, культурный канон, который, в свою очередь, фильтрует коды, как мы можем мыслить, как мы не можем мыслить. И вот у нее двойная задача – столкнуть язык в область такой дискурсивной текучести и постоянного перепроизводства, с другой стороны – понятие пола вытащить из эссенциальной данности и показать, как срастаются, как взаимоопределяются, ну, как бы культура и материальность. И она предлагает понятие процессуальности. Ей кажется, что запустив процессуальность, мы можем размыть вот это вот понятие данности. И в этом процессуальном процессе можем найти эмансипаторные практики для материальной телесности. Но поэтому тела, которые значат, они значат своей формой уязвимости, а не тем, как они репрезентированы как политические субъекты, и, соответственно, эту власть делегировали своим представителям, которые уже в качестве политических абстрактных субъектов якобы защищают как бы уязвимые тела. Вот ей хочется придать политизацию уязвимым телам. Ну и дальше довольно интересный момент, каким образом Батлер хочет ввести материальность тел. Сейчас я попробую цитату найти.
Она понимает материализацию как вытеснение через исключение. То есть властный дискурс описывает тела, формирует их и устанавливает фильтры на то, что может быть включено в телесность, легитимную телесность, а то, что не может быть включено. Не может быть включено то, что либо девиантно, опасно, хаотично, не собрано, либо невидимо. Мы знаем, что невидимые тела – это тела ресурсные, которые не имеют голоса, не имеют представительства, не могут заявить, у них нет практики, ни политической практики, ни политической речи. Ну, потому что тут еще важно, что политическая практика привязана к политической речи. Поэтому материальность для нее формируется через исключение. Ну, поэтому тела, ну, это традиция еще Гаятри Спивак, могут ли исключенные говорить. Это, ну, такая длинная традиция эмансипаторная, как включить в политический язык то, что из него исключено. Ну и в первую очередь, конечно, в марксистской традиции это прекарии, в более ранней марксистской традиции пролетарии. В феминистской традиции это инфантилизированные в своем доступе к праву женщины, да, сенсуализированные. И, соответственно, в ее представлении вот это вот исключенное должно быть представлено как язык уязвимых. То есть в логике субверсии. То есть Барат отмечает, что исключенные у нее так и не получают своей, как бы агент, ну, как бы своей, своего доступа к технологиям, к логическим технологиям. Они остаются как бы за пределами дискурса, но они наделяются агентностью. В смысле, то есть не имея субъектности, они наделяются агентностью. Ну, как бы Барат говорит, что задает вопрос, а не является ли это на новом витке возвращением классического дуализма? То есть не оказываются ли эти тела опять вот этим пластическим, безгласым материалом? Потому что не очень понятно, как Батлер предполагает формировать агентность исключенных тел. И там уже дальше она предлагает разводить понятия агентности и субъективности. То есть вот эту сшивку, которой мы обязаны 300-летней историей, нужно развести и исходить не из понятия субъекта, у нас больше нет ни универсального субъекта, ни субъекта как единственного правила доступа к реальности. У нас есть множественное участие. Вот мы, это тоже такая довольно, как бы, ну, философская скромность, я бы сказала. Ее позиция в некоторых местах оказывается очень как бы уменьшающей наши амбиции, а в некоторых наоборот расширяющей. Да? И вот как бы уменьшаются наши амбиции в классических установках. Да? Мы больше нигде не являемся такими субъектами власти. Власти над своими телами, над экологией, над дискурсом. Но мы являемся агентами. То есть участниками. Да? Различие субъект-агент – это то, что очень долго выстраивалось, ну, наверное, лет 40 выстраивалось в феминистской и технологической, или технофилософской, технофилософском и
медиаподходе. Мы участвуем в процессе, и наше участие невозможно исключить. Ну, как бы в первую очередь это отрабатывается на, понятно, на экологии. Например, Латур это очень просто объясняет. Да? Вы исключили объекты из своего мира субъектоцентрического, а они пришли и дали вам сдачи. Да? Вы исключили экологию с ее сложной системной регуляцией. Экология дала вам сдачу. И вот эти исключенные агенты все время приходят, опять же, по Латуру и подают апелляции. То есть требуют внимания. Можно Ну ли и сказать, вот что это, Барат, да? да, что это некая деполитизация, что ли, то есть уход от ответственности, потому что все-таки агентность, она, получается, предполагает какое-то распределение этой ответственности и ее разделение с другими людьми и не людьми. А все-таки субъект, он несет эту ответственность. Да, это тоже очень хорошее замечание, но выдерживает ли субъект эту ответственность? И Барат говорит, что нет, это скорее претензия. И тогда оказывается, что для нее важна еще топологическая вот эта расстановка. Субъект, который несет за всех ответственность, он стоит над миром. Он его обозревает, он его делает, он за него отвечает. А агент, который оказывается в одном ряду с множеством других агентов, оказывается внутри мира. И у него другая форма практик. Он обязан слушать и договариваться. И отсюда возникает вот эта другая логическая задача, с которой весь 20 век пытается справиться и не может. Каким образом устраивать договоры, там, ассамблеи, смену законодательств, когда у нас всеобщее гражданство, да? Ну, когда мы получили избирательное право, когда мы получили доступ к медиа, к образованию и так далее, очень легко было удерживать такую субъектно-центрическую вертикальную модель, когда 1% был граждан, а все остальные ресурс. И вот с тех пор мы все время в этом как бы кошмаре, да? То популизм возникает, то тоталитаризм, то идеология, то социальная несправедливость. Но это все такие вот рабочие процессы множественной агентности. Другое дело, что вот 20 век в основном работает с агентами ну, такого социального типа, да? Там угнетенные классы, разгул демократии. А в 21 веке количество агентов увеличивается еще и на объекты, фреймы, там, экологию. То есть с одной стороны, мы утратили вот это свое доминирующее положение, а с другой стороны, оказались ли мы в таком бесконечном ужасе мультиагентности? Барат предполагает, что нет, хотя с нею многие спорят. Она говорит, что агентность имеет различные регистры. И вообще, если подумать, как бы перейти вот из онтологии данности или онтологии универсальности к онтологии отношений, то есть релятивной онтологии, то мы сумеем справиться с вот этой сложной мультиагентностью. Нет в этом ничего сложного. И это вполне возможно описывать и принимать во внимание, создавать такие новые, более детализированные практики. Но мы этого не можем, потому что мы
пребываем в старой эпистемологической ситуации. То есть мы все время пытаемся поставить себя объектами, то есть субъектами, а объекты поставить в зависимую ситуацию. И какой тогда договор и какое расширение практик может быть, если мы уже над всем господствуем? Мне кажется, что вот здесь как раз и сталкивается, наверное, Барат с Латуром, именно в мы забываем как будто про борьбу с антропоцентризмом, что как бы вот в этом агентном реализме как бы и находится вот эта не антропоцентрическая логика и обнаруживается, которая дальше у Латура эксплуатируется. Да. Ну и заодно не антропоцентрическое, а постгуманистическое, потому что вот это субъектоцентризм – это то, что сформировалось как культура европейского гуманизма. И с одной стороны это было интересно, потому что возвращалось хоть в какой-то форме вот эта дискретность индивидуальности, потому что в средневековой модели непрерывного восхождения к Богу и телесной бренности вот эта как материальная индивидуация, а также личное участие и индивидуальное политическое высказывание были намного меньше важны, чем даже у нас сейчас. И это составляло очень сложную такую онтоэпистемологическую проблему, там, не знаю, Ренессанса. Ну, я сейчас вот отсылаю к этим как бы страшилкам, что индивид – это хищник, который мечтает других убить, и только закон, универсальный закон может остановить вот это бесконечное самопожирание брутальной, профанной материальности существования. Ну, это есть и у Гоббса, и еще раньше у Макиавелли и так далее. Но это оборотная сторона вот этого ренессансного гуманизма. И, значит, какая-то была мысль, связанная с высказыванием Егора. Я хотел тем временем продолжить вот, может, то, что я в самом начале пытался сказать, потому что мне кажется, такое ощущение, что сейчас все эти как бы агентный реализм немножко легче как бы помыслить, когда мы живем в ту технологическую эпоху, в которой мы живем, он как бы становится более воплощен в материальности. Там, посредством того, что есть, например, там такие вещи, как Internet of Things, как бы технологии, там, как бы, когда у нас там в чайнике есть интернет, или там в каких-то очень как бы неожиданных предметах как бы есть такая связь как бы с другими предметами, которая осуществляется на планетарном масштабе, как бы сиюсекундно. И технологии, и при этом как бы технология как бы искусственного интеллекта как бы постоянно управляет тоже какими-то материальными процессами и тоже как бы претендует на агентность в некотором смысле. Да? Да, и там есть еще эта страшилка всеобщего искусственного интеллекта, которая тянется с 60-х годов, а еще лучше от Мэри Шелли, от Франкенштейна, что возникнет некая враждебное нам сознание, которое будет абсолютно автономно и нас уничтожит. Но это тоже метафизическая проекция, только негативная, от субъекта, который может существовать в такой вот бесконечно распространяющиеся креативные власти по отношению к миру. В этой, как, здесь перевернутая диспозиция. Да? Искусственный интеллект – это тот злой универсальный разум, а мы становимся объектами.
Но там есть дальше, Барат полемизирует и с Латуром, потому что, опираясь на исследовательницу латуровской теории, она говорит, что и у Латура, похоже, остается вот эта бинарность, потому что субъекты и объекты, как бы мы их ни выстраивали в один парламент, как бы мы ни делегировали им равенство и агентность, мы уже самым первым ходом разделения на субъекты и объекты включили, но не признались себе, мы включили вот эту метафизическую бинарность. А вместе с этим мы включили еще политические приоритеты, с которыми она связана. И дальше и дальше могут быть такие странные вещи, как латуровская лаборатория практик. То есть лаборатория, которая, ну это его исследование, одно из первых основных, которое вводит практики исследования и, в общем, антропологию практик. Но там получается, что люди, работающие в лаборатории, создают там микробы, создают какие-то сущности. И раньше этих сущностей не было. Да? Там возникает такой парадоксальный вопрос. Если мы расширим собственные субъектные практики до антропологии и социальности, то не создадим ли мы такие объекты, которые будут объектами чисто нашей дискурсивности? И вот здесь возникает как бы оппозиция со стороны нового материализма. И вот довольно сложно это разобрать. Да? Кажется, что Латур сделал интересное открытие. А Барат говорит, что в этом открытии уже заложено вот это доминирование антропоцентризма и власть антропоцентризма над практиками, которая делает научный объект или там уже ну, как бы зеркальным отражением. Да? До Паскаля не было микробов. То есть Латур ставит такой вопрос, как парадокс. А что тогда заводило болезни? И вот единственный выход, который видит Сабарат, это проследить и не позволить вот этого изначального субъект-объектного разделения или материально-дискурсивного разделения, потому что иначе вся наша теория практик опять погрязнет в том же самом. Да? То есть мы не сделаем очень значимый такой философско-теоретический захват. Так, ну вот мы так постепенно мы увлекаемся и отходим от текста. А может быть, кто-то будет вбрасывать вот эти последовательно какие-то фрагменты из текста. Значит, батлеровскую материальность мы разобрали. Технологии телесности. Ну, технологии телесности мы тоже немножко обсудили, когда рассматривали пьезоэлектрический кристалл. Но здесь есть небольшая теория, ага. Значит, дальше в главе «Эпистемологический порядок Бора» есть интересное добавление, которое мы можем пристроить к
к нашему разбору УЗИ. То есть мы как бы поняли, что новая технология задает нам новый принцип объекта, и в этом объекте мы не можем различить как бы технологическое и культурное. Это распознавание имиджей, это тело, выстроенное через резонансы прозрачности. Я кратенько говорю, может быть, здесь тоже могут быть проблемы, и мы их можем обсудить. Но вот то, что делает Барат на примере Бора, значит, она опять повторяет новый принцип техники. Ну, у Барат это пьезоэлектрический кристалл, у Бора это аппараты наблюдения корпускулярного волнового дуализма. И Бор говорит, что наблюдатель имеет значение для результата. То есть наблюдатель оказывается не внешним, а внутренним. Но мы это обсуждали. И казалось бы, ну да, там довольно длинная полемика опять с Декартом, физика, квантовая физика механическая. И то, что вот мне кажется важно и ново, она говорит, что Бор не выходит в область как бы социальности. Он полагает, он очень хорошо поставил свой аппарат, то есть аппарат Бора – это то, что конструируется технологически, материально, а также дискурсивно, научно, когнитивно. То есть аппарат не разделяется на… То есть это не то, что можно снять с полки, это то, что конструируется в разные времена при помощи разных там материальных и дискурсивных обстоятельств. Аппараты разные. И эти разные аппараты могут нам показывать совершенно разные типы материальности. То есть материальность показана не как вещь, а как уровень организации или некую функциональную там систему, матрицу, и их довольно много. Но он исключает социальные аспекты. При том, что там в 4 главе она говорит, что никакой квантовой физики бы не было, если бы не было там войны, революции, если бы эти данные не выбрасывались как в спам, и если бы физики не были бы дисквалифицированы профессионально, если бы они предложили такую глупость там до 2020 года. Потому что эксперименты, которые показывали вот эти квантовые парадоксы, были и раньше, но их никто не воспринимал серьезно. И более того, их скрывали. Потому что показать такой эксперимент, это значило показать свою научную несостоятельность и некачественность как экспериментатора. И дальше она спрашивает, а что является аппаратом? Может быть, финансирование эксперимента включено в аппарат? Может быть, там, я не знаю, институциональные границы, политические цели, вплоть до бумагоделательная фабрика, которая поставляет бумагу, которая вставляется в принтер. И можно ли поставить границы аппарата? Да, то есть она делает тот же самый ход. Она в один ряд выстраивает строгий, казалось бы, да, научный дискурс, который утверждает, что истина возможна только таким порядком. И она размывает его исторически через Бора, через различные подходы изнутри самой науки. Эти подходы начинаются из разных начальных, вот из разных логических начал или эпистемологических начал. Но плюс еще входит вся область, традиционно относящаяся к гуманитаристике, и занимает здесь
то же самое место на равных, как и научные практики. И научные практики здесь оказываются на равных с материальностью самих аппаратов. И вот что здесь делать? Мне кажется, что там был какой-то момент, она пытается посмотреть, как это есть у Батлер. И Батлер говорит, что да, есть разные типы материальности. И, наверное, они существуют и работают внутри тех дискурсов, которые эту материальность поставили. Да? Мы помним, что у Батлер дискурсивное формирует лепит материальное. На что Барат говорит, нужно найти какой-то ход, который нам позволит, ну, сократить это бесконечную разорванную дисциплинарную материализацию. Материализация работает не так, но нужно посмотреть сам концепт материализации. Да, и еще от Бора она берет очень важную мысль о неразрывности материи и значения. Кто-нибудь помнит эту штуку? Там называется, ну, он говорит о целостности материальности и значимости, да? Но это, ну, тут важно, что он не говорит о целостности мира. Потому что как только возникает вопрос целостности, мы сразу впадаем в какую-нибудь трансцендентальную медитацию. Как бы мир такая бесконечная целостность, да, и неразвлеченность. И с этим ничего нельзя сделать, кроме как вот это все наблюдать в таком самоуглубленном полуживом состоянии. Нет, говорит она, целостность – это неразрывность материи и значения, то есть агентности и материальности. То есть она накладывает запрет на воображение о внешней материальности. То есть если эта материальность никаким образом себя агентно не проявляет, не поставляет информации, то можем ли мы считать это материальностью? Можем ли мы воображать материю и какие у нас для этого основания? Ну, вот здесь еще один такой теоретический предел. И ей нужно сделать какое-то решение о статусе материальности. И это решение она опять же берет от Бора и называет его феноменом. Но помним, что Бор живет во времена, когда расцветала феноменология. Причем именно после Первой мировой войны был кратковременный расцвет феноменологии до фашизма. Значит, Гуссерль, ну как бы до войны, Гуссерль очень долго боролся с психотехниками, потому что ему важно было исключить вот эту самоданность материальности и построить, ну как бы сложность логических, когнитивных операций для верифицирования мира. Он называл это вперед к объектам. Психологи, тогда наука формировалась, очень долго сопротивлялись, да, не позволяли феноменологии занять должный статус, да, стать общим знанием. А после войны, когда мир менялся очень быстро, и у всех была травма вот этой нестабильности, феноменология стала доминантным дискурсом, по крайней мере, в немецкоязычном поле. То есть ответ на трансформации мира, на изменения, на нестабильность был найден в как бы точности и процессуальности мышления. То есть с опорой на сознание, да, на трансцендентальную функцию. Бор берет это слово.
но не берет концепт Гусарля целиком. Для него феноменом оказывается вот эта вот неразрывность материи и значения и неразрывность материального и дискурсивного. То есть он это слово применяет к аппаратам. Аппараты это аппараты имеют вот эту вот функцию природокультурную или материально-дискурсивную. А дальше следующий вопрос. А вообще вся наша реальность в каком статусе находится? Если мы не считаем ее ресурсом, управляемым нашей волей, и если мы ее не считаем самоданной природой, вне информации, то не должны ли мы материальность понимать в этой форме расширенной феноменологии? То есть тут важно вытащить понятие феномен из трансцендентальной феноменологии Гусарля и применить его к материально-дискурсивному подходу. Но это она делает через понятие боровского аппарата. То есть примерно, я не знаю, как это транспонировать на какую-то макромодель. Я думаю, что это можно, и мы с вами даже можем попробовать. Но как бы, если она считает, что логика создания аппарата – это логика создания реальности, да? Реального феномена, агента. Нет, агенты включены, значит, феномены. И тогда наш мир оказывается, если в гусарлевской вариации, это было скорее бегство от страха, от вот этой разрушительности мира. Мы запустим вот эту новую, очищающую, логическую, чистую конструкцию мышления и уберем всякую эту агрессивную, бессмысленную, разрушительную, буйную, там, не знаю, материальность. То для Барат материальность не может быть выброшена. Соответственно, нужно понять, каким образом она представлена. Она представлена в виде не внешнего хаоса, а дискурсивной но сконструированности. Да? Аппараты – это то наши практики, которые помогают нам собирать мир, которые вписывают нам, не знаю, границы объектов. При помощи таких аппаратов мы устанавливаем, что есть один объект и другой, как они связаны между собой. Как в конце концов мир, как мой объект, связан со мной не в отношениях мир нападает на меня, а в том, как я вкладываюсь в мир, в котором я являюсь частью, и как мы можем разобрать вот эту вот сложную конструкцию реальности таким образом, чтобы увидеть множественную агентность и ввести те практики, которые, нам позволяют, как бы более репрессивную форму переводить в менее репрессивную. Но для нее это онтоэтика, то есть ответственность. Если мы агенты, то наша функция не конструировать, а участвовать в, значит, брать свойства других агентов, да? Вот тут уже нет понятия материальной субстанции, да? Она уже распалась на множество агентностей. И дальше мы эти агентности включаем в практики, в коллективные практики.
Да. Мне кажется, что я как бы теряю ясность, да, в своей голове. Но так всегда происходит, когда мы запускаем какую-то такую философскую конструкцию, которая меняет слишком много в наших привычных основаниях. И даже скажу больше, этим занимался один из моих учителей Алексей Черняков, и с ним мы читали Бадью, это был ночной семинар в Петербурге, значит, в течение 4 лет, значит, бытие и события, потом логики миров, а он воспитывался на изучении схоластики, ну, их схоластики и новой философии, которая и обращал внимание на смену вот этого логического входа. И когда он нам показывал, как менялись правила мышления, то я себя ловила несколько раз на том, что я просто засыпала, потому что мой мозг не выдерживал вот такого как бы фазового смещения всех понятий. Получается, Ну, что Барат абсолютно не предполагает никакого монизма в плане материи единой, а материя, наоборот, очень даже делима и множественна, и это что-то абсолютно противоположное вот этому монизму. Или да, нет? это классно, потому что, хотя это неоднозначно, да? Мне кажется, я уже давно думаю, мы с этой книжкой сидим уже давно, последний год мы занимаемся переводами и обсуждениями, и для того, чтобы как бы спасти себя от головокружения, я прыгаю не знаю, в топологию вложить Лейбница в Спинозу. И тогда мне становится легче, потому что с одной стороны здесь есть монизм, а с другой стороны здесь есть вот это множество акторов, мультиагентность. И тогда проблемой получается, если мы находимся в парадигме Спинозы, то у нас агенты представлены практиками. Они сталкиваются и отталкиваются друг от друга, да? Хорошие влияния, плохие влияния. Но чего-то нам здесь не хватает, да? Нам не хватает, уровня калькуляции, да? Уровня наблюдений, да? Логической сложности, которую мы можем взять из лейбницевской логики, да, из его монадологии и вот этой не знаю, мне не попадались такие, наверняка они есть, да, вот Лейбниц ведь стал частью кибернетической метафоры, и если посмотреть оттуда, как философы из кибернетической метафоры могут перепрочесть Лейбница, то у нас окажется как бы очень неплохое логическое начало. И более того, мы сможем его брать не совсем от Бора, да, не из квантовой физики, а из респектабельных европейских предшественников. Сюда же, наверное, еще можно отнести вот это сопоставление локального и глобального. То есть, наверное, это тоже уместно было бы именно вот в контексте Барат упомянуть. Да, но там мы сразу сталкиваемся с тем, что подобную работу сейчас делают в открытом философском факультете Петр Резвых, Илья Мавринский и, извините, Наталья, забыла фамилию. Но там сразу возникает проблема, потому что Лейбниц прятался за теологический дискурс.
Он позволял себе вводить новую вот эту микро-макро-сложность, потому что он взял основанием, что этот мир наилучший мир, потому что он сотворен Богом, Бог не может быть обманщиком и так далее. То есть он обеспечил себя такой этико-теологической метафизикой и развернул очень сложную логическую конструкцию. Мы будем сталкиваться с большим количеством политических вопросов. Но я вначале говорила, да, это примерно как написать Конституцию 1918 года, ну, изъяв, конечно, дискриминацию дворян, и дать всем политические права на основании того, что Бог не может не дать нашему миру лучшую из возможностей. Да? Но мы знаем, что дальше происходит довольно много конфликтов. То есть в любом случае, как бы критическое перепрочтение Лейбница с добавлением вот этих социо-гуманитарных сложностей нам придется делать. Ну вот мы можем посмотреть, где-то надо перейти к какому-нибудь драматическому моменту с эмбрионом. И тогда мы сумеем проговорить это еще раз. Ну вот можно начать. Где-то была хорошая цитата. Вот исследовательница, которая подозревала акторно-сетевую теорию в дуализме, она же рассматривала это на примере эмбриона. Да, с эмбрионами довольно... как эта технология, значит, у нас входит в использование, и УЗИ существует... Ну, там у УЗИ есть милитаристская предыстория, как конечно, это военные корабли, потом мирный атом, да, мирная технология используется в медицине и повсюду вводится УЗИ-диагностика. И дальше появляется очень интересная, то есть она деконструирует, то есть она анализирует Латура, понятие субъекта и объекта как равных. И приводят пример с УЗИ-диагностикой, когда эмбрион рассматривается как субъект, какие отсюда следствия? Как субъект, как пациент. Вопрос где? Да? В технобиологической среде матери. Да? С одной стороны, мать лишается не только субъектности, но и агентности. То есть это просто технобиологическая среда. А эмбрион наделяется, как из педиатрической логики, наделяется статусом субъекта, пациента и так далее. И дальше мы можем посмотреть, какое количество проблем из этого возникает. В частности, эмбрион наделен субъектностью, да? Дальше он наделяется гендером. Дальше возьмем какой-нибудь индийский случай. Наделенность гендером включает эмбрион, особенно в патриархальных культурах, уже в социальные отношения. И включает таким образом, что эмбрион немедленно абортируется. Да? И с одной стороны.
Есть довольно много сейчас аналитики по тому, как в Китае в 80-м году Дэн Сяопин ввел политику одного ребенка. А в патриархальном Китае, естественно, мальчик имеет большую ценность. Поэтому там системно абортировали девочек. И сейчас у них, статистика говорит, 4 миллиона мужчин, которые никогда не создадут семью. С одной стороны, конечно, это хорошо, потому что их можно бесконечно эксплуатировать, возникает опять вот эта редуцированная телесность без эмоциональной развертки. Вам шумит, у меня машина за окном. Значит, 34 миллиона мужчин, им никогда не, но им не светит сделать разные варианты жизни. То есть их единственная возможность – это карьерного роста. Соответственно, как бы очень хорошая эксплуатация и превращение в тело рабочего и солдата, если старыми классическими метафорами. С другой стороны, какие политические, идеологические следствия? Из следствий мы сразу видим мизогинию. У них декриминализированы ЛГБТ, но почти все случаи криминализация, политические эксцессы вокруг ЛГБТ идут вокруг лесбиянок. То есть они пытаются лесбиянок впихнуть в эти новые системы браков, когда одна жена, несколько мужей. Ну и что у нас тут есть? Да, довольно много таких вот социопатологических следствий. Всего лишь от того, что УЗИ работало там в 80-е годы. Ну и помимо всего прочего, там еще и девочек убивали, потому что если у тебя один ребенок рождается девочка, надо ее поскорее убить и родить мальчика. Значит, такое следствие. В Индии то же самое, но с другой стороны. Теперь мы вот посмотрели на агентность эмбриона. Да, эмбрион дает сдачи, да, он наделен агентностью, но как только его наделяют субъектностью, сразу он попадает во всю репрессивную машину от этого политического манипулирования как субъекта. Да, поэтому, чтобы спасти эмбриона, надо, по крайней мере, отнять у него субъектность. Но с другой стороны, что значит быть технобиологической средой? И это тоже довольно травматическая тема, потому что она исключает материнскую субъектность, которая есть вообще-то, и материнскую агентность, потому что она как среда является ресурсом, на который накладывается который отвечает за весь процесс вынашивания ребенка, в том числе и за то, что от нее не зависит. Она не может отвечать за медицину, за политические, социальные характеристики, да, своей жизни, но она обязана отвечать. И это приводит к криминализации детской инвалидности. То есть можно себе представить, что в нашей ситуации, если рождается ребенок-инвалид, он получает пенсию. Да, вот в нашей ситуации, которая еще связана с обществами велфера, там, социалистическими гарантиями и так далее. Но эта ситуация довольно быстро растворяется. И дальше
периодически возникают такие ситуации, когда вина накладывается на мать. То есть, простите, нет, не только пенсии адекватной медицины, но еще и криминализация. И это все логические следствия вот непродуманности, политической непродуманности вот этой вот новой формы телесности, которая поставлена нам новыми технологиями. То есть не надо отказываться от новых технологий, они очень много дают всего хорошего, но они являются еще и политически нагруженными. И вот такие истории Ира Аристархова в своей книжке «Гостеприимство матрицы», она довольно много рассматривала, ну, как бы еще до УЗИ, на другом материале, на материале иммунологии, какие возникали болезненные парадоксы. В частности, на тяжелых протеканиях беременности иммунолог, ну, наука иммунология молодая, это после Второй мировой войны, и пронаблюдали, что тяжелые случаи беременности можно сохранить, если у матери падает иммунитет. То есть в здоровом состоянии, да, иммунная система матери скоординирована с иммунной системой ребенка, и как бы они работают друг на друга. В болезненном состоянии иммунная система матери выталкивает эмбрион, который не жизнеспособен. И вот, анализируя такие вещи, ученый, я не помню имени, он получил Нобелевскую премию за свои открытия в иммунологии, он придумал такую методичку для такого массового лечения беременных женщин. Это лечение ослабляло их иммунную систему. И вот как бы дети 60-х годов, очень многие прошли через это лечение до тех пор, пока эта научная методология не была переписана прямо противоположным образом. А, соответственно, это аллергии, там, разного рода патологии и так далее. И вот таким образом, значит, научное открытие, не проанализированное, превращает один, ну, как бы малое количество патологических, ну, небольшое количество патологических беременностей делает как бы формой устойчивой практики для всех остальных. Ну и то же самое она пишет, возможно, и здесь. Да? Вот, патологические случаи беременности, будучи навязаны как ответственность матерям, приводят к такому особому надзору, политическому надзору над матерями. Да, то есть они ответственны за своих детей, они не имеют права на дурные привычки, они не имеют права на собственные желания и так далее. Вот эта вот биодетерминация, властный контроль опять попадает понятно куда, да? И вот, соответственно, о чем речь? Запускаются новые технологии, они производят новые практики. Но если они попадают в традиционного типа аналитику, то они будут использованы вопреки своим возможностям, они будут усиливать традиционные формы мышления, которые по определению в новой ситуации будут репрессивны. И мы это очень хорошо видим. Чем сложнее конструкция, чем больше в ней потенциала на развитие, тем скорее она вызовет сопротивление старых вот этих форм интерпретации и понимания. Да? Ну, собственно, вот этот наш как бы правовой террор – это один из таких моментов. Но вот как бы
к нему мы не будем обращаться, а вот его в технологической и политической модели на примере эмбриона мы рассмотрели. Да, а как вам кажется? Вот я все время сталкиваюсь с тем, что как только мы начинаем говорить об эмбрионах, то сразу о телах, как об эмбрионах, то сразу вот этот философский дискурс закатывается куда-то в гетто, ну да, феминистской ответственности. Причем это некая такая феминистская теория, которая и для женщин-то не годится, но там феминистки между собой что-то варят. Да? И вот есть ли у вас вот такое, и у меня тоже это есть. Как только мы затрагиваем какой-то очень важный политический вопрос, который поставлен как проблема из феминистского дискурса, я сразу ощущаю, что мне не хватает, не знаю, агентности удерживать этот вопрос, да? Потому что он как бы вытесняется вот этой вот культурным каноном философии, который никогда не работал с телом, во-первых, ну, до какого-то времени, и с эмбрионом, во-вторых. То есть с эмбриональностью, вот такой вот процессуальной телесностью рождения, телесностью включения в телесность и так далее. То есть это еще новая какая-то дискурсивная перспектива, с которой мы, в общем, относительно недавно столкнулись. И столкнулись мы, опять же, почему-то политическим образом, потому что, ну, как бы вот эти вот аборт-запреты, как бы дух спермы оплодотворяет материальную пассивную яйцеклетку и так далее. То есть, как только возникает сложность, сразу возникают простые, наработанные, старые способы как бы упаковки, несмотря на их репрессивность. И более того, репрессивность увеличивается. Вот этот момент, возможно, будет иметь значение и на рецепцию книжки Барат. И в некотором смысле, да, уже имел, потому что мне не понравилось как бы аналитика, рецензия Хармана на книжку Барат. Он сказал, что она слишком радикальна. Вот, ну давайте как-то еще, наше время вроде подходит к концу. Мне кажется, что мы как-то пообсуждали вот основное количество принципиальных вопросов. А вам как кажется? У меня вот остались вопросы еще с прошлой встречи нашей, которые я не успел задать. Если вперед меня нет каких-то вопросов более актуальных сейчас, то я бы их задал вам. Мне кажется, нет, наверное, да? Я Можно вот. я бы еще немножко уточнила про эмбрионы? То есть получается, что эмбрион — это доведенная до максимума материальная агентность. Нет, там есть, да, тонкий момент. Эмбрион не является объектом как таковым в том виде, в каком мы с ним коммуницируем. Мы коммуницируем с феноменом. И мы вписываем в эмбриона те наши ожидания, которые в культуре есть, культурные коды. Отсюда возникает как бы социализация, гендеризация, политизация эмбриона. И все, но это связано с тем, что мы никогда не можем быть абсолютно уверены, ну то есть мы никогда не будем жить в стабильной.
реально, в стабильном мире с очень жесткими очертаниями объектов. Да? И Барат нам советует с этим попрощаться, потому что мы в нем уже давно не живем и никогда не жили. А наша иллюзия о стабильности и вот этой ресурсной природности, она связана с эпистемологическими решениями XVII века. Нам нужно вообще вот эту диспозицию убрать. Она исторична. Ее не было, и она уже сейчас не актуальна. Она называет эту процедуру эпистемологическим разрезом или агентным катом, кат в смысле разрез. И тогда, как только мы этот разрез зашиваем, классический разрез, мы оказываемся в потенциальной возможности увидеть множество агентов и множество практик. И тогда у нас возникают совсем другие классификации. Вот этими классификациями нужно заняться. Но сложность в том, что все классификации, ну, как бы материально-дискурсивные, а мы в своей привычке мышления все время делим. Делим их по полочкам, там, по парламентам, как Латур. И здесь, вот я забыла сказать, есть ее новый термин интроакция. Да? Но она его берет из значит, интерфейс, интеракция. Это то понимание практик, которое существует между двумя наличествующими и конфигурируемыми индивидуализованными агентами. Но для этого нужно сначала допустить существование каких-то объектов, индивидов в своей вот предельной устойчивости. И тогда между ними возникают сообщения, да, взаимодействия. И статус этих взаимодействий будет на порядок меньше статуса существования вот этих индивидов. Поэтому она предлагает другое понятие, не интеракция, а интроакция. Да я не знаю, удачно оно или нет, оно, конечно, тяжеловесно, но это изменение как бы порядка. Сначала идут внутренние действия, да, вот эти внутренние взаимодействия, которые позволяют, ну, внутренние взаимодействия, ну, да, материя обретает информацию, да, или информация обретает материю, да. Чтобы еще такое. Да, и это неразрывный процесс. Но в этом процессе они конфигурируют разные способы взаимодействия. И тогда они могут счесть какие-то способы взаимодействия ну, более-менее затвердевшими. Да? И тогда, скорее всего, у нас развлечения пойдут не на субъект-объект, а на разные уровни как бы системы. Да? Но сознание будет связано, естественно, с функционированием мозга, но это не будет физиологизм мозга. Там, не знаю, культурный код будет связан с практиками жизни, но это не будет доминирование власти над пассивным телесным ресурсом. Ну и вот как-то так. Вот здесь можно фантазировать, потому что ну, к этой системе нужно привыкать. И в принципе, почему я уцепилась за Барат, потому что она радикально собирает то, что я вижу в других современных исследованиях, которые как бы понемножку двигаются тоже в эту сторону. Ну, там мы вспоминали, там, не знаю, Пикеринга. Он
очень явный, а даже не союзник Барат, а почти что сотрудник. Но он менее радикален, чем он. То есть он не приходит к тем радикальным выводам о новой онтологии. Ну, давайте, я помню, что в прошлый раз был вопрос про интеракции. Ага, и еще и про перформативность я вспомнила, да. Но перформативность в данном случае слово, по-моему, я не упоминала, но я рассматривала как материализацию процесса или процесс материализации, что, собственно, и называется у Джудит Батлер перформативной онтологией или перформативностью. То есть смысл перформативности – ввести процессуальность. И причем это процессуальность, не только процессуальность духа, но и процессуальность материальности. Ну и с этим, естественно, легко взаимодействуют и современные перформативные практики, когда как бы рефлексия очень глубоко входит в телесность. То есть это само понятие, ну как перформативные художники пытаются переосмыслить свою телесность и вывести ее из как бы такой имитационной, да, ну традиционное у нас понимание, когда тело изображает, на тело что-то накладываются, эмоции, действия, смыслы и так далее. Но вот здесь нужно пересобрать эту практику так, чтобы из самого тела найти действие. Ну, перформативные художники, люди образованные, им много удается. Да, Егор, какой еще вопрос? Я стал думать сейчас вот над последним, о чем вы говорили, до перформативности, о вот этой как бы предложении Барат необходимости отказываться от вот этих эпистемологических как бы моделей 17 века. Я так понимаю, что это такой как бы фундаментальный отказ от таких там таких понятий, как, например, разделение nature culture, да? И так далее, да. С другой стороны, вот я представляю себе, как бы, я как практик, да, представляю себе как бы на практическом уровне такую перед собой задачу. И она как бы приводит в некий ужас, и она предполагает некую травму обязательную с этим связанную, да. Но если даже вот как бы мы постоянно путаемся, да, и запутываемся в как бы, пытаясь как бы принять эту другую модель как бы отношений всего и понимание через другую модель отношений, мы с ним запутываемся. Как можно запутываться об этом на практическом уровне? И, соответственно, вопрос, имеет ли смысл это делать, если как бы можно просто расширить вот эти эпистемологические наши подходы, но так же, как, например, квантовая физика сосуществует вместе с механической физикой, да? Нам не пришлось отменить механическую физику, чтобы дальше квантовой физикой заниматься. И вообще нельзя было бы ее ни в коем случае отменить, да? Но при этом квантовые компьютеры, они как бы строятся и продолжают как бы происходить, да? Ну да, но это примерно так же, как до Коперника. Прекрасная была математика, которая рассчитывала, как здорово звезды делают петли. Ну там они идут по небу, периодически делают петли и дальше идут. И вот они научились это очень красиво рассчитывать. И тут пришел Коперник, и никаких петель и этой астрономической красоты арифметической больше нет. Все встало на свои места, все по своим орбитам. Вот такую работу примерно делает радикальное философское предложение. И тогда
начинают перегруппировываться институты. Но постепенно это предложение вообще не выходит из одной головы. И весь 20 век все время в эту сторону что-то идет. Да? То вдруг оказывается, что революционный конструктивизм может сделать нового человека, да, и новую женщину. Да? И действительно, они довольно много. Они быстро меняют за десятилетия, ну, тип поведения, тип тел. Мы же видим, как посмотрим на фотографии 2014 года и 2024, и мы видим совсем другие тела. Ну и так далее, да, там где-нибудь Селлерс долго говорит о мифе данного, нам надо отказаться от мифа данного, там Льюис говорит о возможности разных миров, и все это существует как бы такие отдельные упражнения философские. Ну и добавим к этому еще империализм и материокритицизм Ленина, тоже философское упражнение, которое актуализируется все больше и больше. То есть понятно, что писалось это из невозможности как бы пользоваться старой онтологией. И это была и политическая, и культурная необходимость, а языка не было. И пришлось вот такие сложные конструкции, которые очень трудно читать и непонятно. И, соответственно, у нас как бы сейчас два базовых предложения. Да? Можно с одними практиками работает спекулятивный реализм, с другими новый материализм. И они взаимно обогащают друг друга, но разными типами рефлексии, да, такой аналитической, технической или расширенно технической. То есть я думаю, что в любом случае нам придется прийти нашей культуре придется прийти к контрэпистемологическому переформатированию, но где-то так, вот где-то в этом направлении. Не Ну, факт, наверное, что язык ба... Да. я извиняюсь, я просто хотел сказать, что мне кажется, как раз вот в латуровской проблеме вот они сейчас вот-вот должны как бы нагрянуть вот эти наша срочная необходимость в как бы в эпистемологическом переформатировании именно вот как бы конкретно в таком отказе от антропоцентричности, как бы пока мы не оказались в тотальной катастрофе климатической. Вот мне кажется, что вот там, как бы на практике, это как бы становится самыми очень полезными идеями. И они действительно очень популярны среди, например, как бы очень продвинутых теорий дизайна. Там вот Бенджамин Браттон, у которого я учился, калифорнийский профессор, я его как-то упоминал. Теоретик медиа и философ. Вот он как раз очень сильно опирается на вот эти фреймворки, на эти идеи в подходе как бы к решению таких глобальных моделей, каким образом можно было бы как бы создавать там системы дизайна вокруг как бы проблем климатических. И политические в том числе. То есть как бы каким образом можно еще как бы делать так, чтобы все синхронно как бы в планетарном масштабе этим занимались одновременно. Ну да, но для этого надо понять агентность, какие данные мы берем, какие данные агентны и какими системами они связаны. Потому что если мы берем просто природные данные всех типов, да, ну как бы там куча этой проблематики, да? И я не читала его, но я думаю, что он работает скорее в системе классификации логики, да? Потому что как практик он не может без этого. То есть Ну, а что? дизайн как вот логическая классификация порядков данных, порядков алгоритмизации. Да, но, ну, наверное, даже не столько практически, сколько все равно философски.
То есть вот как бы интересный феномен, например, интересно задумываться о вот изображении, вот недавнем изображении черной дыры, которая вот циркулировала в интернете там год назад буквально, да, вот это такая кооперация телескопов по всей планете, которые сделали вот это изображение черной дыры, так вы, ну, все его, наверное, видели, да. И как бы вот это интересно об этом думать, как бы как о таком ультимативном дизайн-проекте планетарного масштаба, когда как бы сама по себе планета становится глазом, как бы она становится телескопом. Как бы все вот эти, все ее ресурсы одновременно, потому что, ну, как бы, не только планета, не только какие-то телескопы, а одновременно какие-то лаборатории в разных частях этой планеты находящиеся занимаются созданием этого снимка, но еще как бы все вот эти гигантские инфраструктуры, там какие-то трансатлантические, к которым идет интернет. Ну да, и еще культурная парадигма, как бы дыры в никуда. Почему-то мы фиксируем это, ну как бы вот у Пикеринга, да, кварки – это неполные образы. Да? Неважно, существует, не существует. И вот это подход, да, но черную дыру мы дизайнировали как дыру, которая существует, несмотря на то, что она распознается через разность потенциалов. Но нам нужна вещь. Да? И вот как бы вот это достаточно... Дальше мы будем смотреть, какие идеи туда вкладываются. То есть какие культурные смыслы и чем они аффектированы. Но у нас, нам, конечно, придется вспомнить и Хокинга, и Лавкрафта. Ну и дальше, вот как бы, насколько я понимаю, весь вопрос, стоит ли так дизайнировать дыру, и что там реально, что нереально, вертелся из... опасений того, что мы наделяем объектностью то, что не имеет объектности. Да? Вот как-то так. Это близкая тема. Да. Да. А потом из дыры как выскочат инопланетяне. Да, да, и еще искусственный интеллект при этом. На планете еще начнет всех порабощать. Точно. Может, на этой прекрасной оптимистической ноте мы можем заканчивать. В следующий раз мы читаем намного более простой текст, но это мы вроде придумали для того, чтобы заполировать. Да? Люси Сачман, «Изменение отношений человек-машина». Да? Тогда увидимся в следующий раз. Это будет у нас 18 марта, да? Да, да. Какое марта? 18. А, 18, да. Да, 18, через две недели. Всем спасибо, кто сегодня подключился. Скажите, а эти тексты, они циркулируют где-нибудь? Да, мы... Ну вот пятая глава вывешена была в нашей... В нашем объявлении, да? Они точно есть на таймпаде. Ну, да, я еще хотела спросить, как вам перевод, потому что мы же занимаемся переводом книги, и этот перевод вроде вычитали два человека. Вам попадались там ошибки? Да, попадались. А в каком количестве и какого типа? Да нет, немного, но это опечатки, скорее всего, там, ну, падеж, мягкий знак, вот такие вот. Вещи чисто литературного. Да, где-то вы... не хватает слов некоторых, будто бы они пропущены. Нет, я их вот не подчеркнула в самом начале, там с мягким знаком. То есть. Ну, в любом случае их еще вычитают. Не волнуйтесь. Да вот я не знаю, потому что... Я вас уверяю, Дима Вяткин и его друзья вычитают. Они будут читать и читать. И читать, и читать. Ладно.
А вы с ними дружите, да? Мы из Перми, все из Перми. Мы общаемся. Ага, здорово, тогда передавайте им привет. Хорошо. Коллеги, я там в чат бросила личную просьбу, чтобы тексты... Кому можно обратиться, чтобы имейл дать? А то как-то я в последний момент заметила информацию, я так понимаю, уже не первая встреча. Да, это у нас уже третья встреча. Да, смогу, наверное, быть. Слишком, ну, просто хотя бы тексты посмотреть тоже. Алла, добрый. Ага, а где они будут вот в объявлении вывешены, да? Ну, мне надо отсканировать эту главу. Я на Фейсбуке увидела. Стачман? Буквально утром и днем сегодня, поэтому... А можете сюда в чат написать свой адрес, и хорошо, мы вас добавим? Давайте. Потому что я просто не уверена, что я на все смогу, у меня там тоже свои занятия, свои лекции, я просто на все присутствовать. А так, тема-то меня интересует, хотя я и не философ. Ну так, мозги хорошо разминаются. С философами поведешься, мозги разомнешься, мозгами разомнешься. Вот видно, попалось там. Это да, все. Добавим. Спасибо большое. Да. Да, всем до свидания. Всем спасибо, до свидания. Всего доброго.